Администрация Кировского района Самары в своем телеграм-канале рассказывает, как вести себя в случае появления запаха газа. Нужно немедленно выключить газовые приборы, не зажигать огня, не курить, не включать электроприборы, перекрыть краны газовым прибором, открыть окна и проветрить помещение, вызвать аварийную службу по номеру 04, 104 или 112. Администрация Советского района приглашает жителей зарегистрироваться в системе ГИС ЖКХ. Несколько сайтов, организаций, учреждений и органов власти на одной платформе. Не нужно никуда ходить, стоять в очередях, проводить собрания у подъездов, оплачивать кучу квитанций в банке, писать жалобу на бумаге и отправлять ее по почте. Государственная информационная система ЖКХ – это современная и удобная платформа. Ее задача – сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных, а также позволяющая россиянам взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет жителей Самары, ветерана Великой Отечественной войны Лидию Александровну Гольцеву со столетним юбилеем. В годы войны Лидия Александровна работала на моторостроительном заводе имени Фрунзе, разнорабочей. После окончания войны устроилась в книжный магазин продавцом и параллельно получала образование по специальности библиотековедения. Всю свою трудовую деятельность посвятила книгам и ушла на пенсию в должности директора книжного магазина. Департамент желает Лидии Александровне крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия. И наш телеканал присоединяется к поздравлениям.